вопрос, остались ли силы на эту концовку, потому что очень много сил тратится для того, чтобы подготовить атаку. А динамовцы на контратаках пытаются соорудить пятую шайбу, которая снимет все вопросы о победителе. Чайковский ошибается! Шмелев выходит один на один с Бочаровым! И разница в одну шайбу. И Шмелев не стал обыгрывать, а Тусов бросил и точно попал в ближний угол. Низом все качественно сделал 93-й номер ПК «Сочи».